В селе Тас-Юрях продолжается строительство детского сада на 50 мест. По некоторым причинам сдача объекта затянулась на целый год. Сейчас работники планируют завершить строительство в конце сентября. О том, почему были нарушены сроки и кто выделил деньги на новый детский сад, расскажет Анна Винокурова. На строительство детского сада в селе Тас-Юрях акционерная компания «Алроса» выделила 40 миллионов рублей. По плану работы должны были закончиться еще в августе прошлого года. Но по некоторым причинам строительство задержалось, и теперь работники планируют сдать объект в сентябре этого года. Вопрос о строительстве детского сада в селе решался очень долго. Поддержку искали со стороны республики и администрации района. Но помощь оказала акционерная компания «Алроса». Так как вот полномочия по образованию несет по 131 федеральному закону несет район, район является, все деньги там аккумулируются, они идут с районного бюджета, собираются там, и они выступили заказчиком. В прошлом году на тендере победил «Мирный строй». Даже после выделения денег строительство детского сада несколько раз откладывалось. Главная причина – медленная доставка материалов. Подвели и подрядчики. 11 человек мы работаем. 8 человек внутри. Трое тут. Снаружи фасад делаем. Внутренней работы еще, конечно, много делать. Материалы сюда везти трудно, это мы понимаем. Очень им дорого обходится машина, не может доставлять. Вот это проблема. Во время строительства детского сада в школе выделили место. И уже больше года дошколята и школьники находятся в одном здании. В данное время у нас 43 воспитанника, у нас место вот на 43 воспитанника. В данное время мы находимся в школе номер 9, но там, конечно, очень тесно, но мы живем очень дружно. Филиал «Анду Алмазик» обеспечивает нас очень хорошо. Вот в связи с внедрением ФГОС нас обеспечили новыми литературами, игрушками. Питание у нас по 20-дневному цикличному меню очень свежее. Если до наступления холодов работники успеют провести благоустройство в здании, то в конце сентября они сдадут объект. Но могут быть проблемы с доставкой материалов, и тогда строительство детского сада задержится еще на один год. Анна Винокурова, Илья Засухин, телеканал «Алмазный край».